Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию гребца Сергея Тарновского и оставил в силе решение Международной федерации гребли о лишении спортсмена бронзовой медали и его дисквалификации на 4-летний срок. Санкции были наложены после того, как Тарновский провалил тест на допинг спустя несколько дней после завоевания им бронзовой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Федерация также аннулировала все результаты, показанные спортсменам с момента сдачи положительной допинг-пробы, то есть с 8 июля 2016 года. Сергей Тарновский представляет Республику Молдова на международной арене с 2013-го. В 2015 году он завоевал серебро на чемпионате мира в Милане. Тарновский стал третьим молдавским спортсменом, лишенным олимпийской награды за последние 3 года, после штангистов Кристины Йову и Анатолия Кырыку.